Привет! Хочу рассказать такую тему, то, что ты и так сам знаешь и давно чувствовал, и, может быть, даже хотел бы поизучать. Дело в том, что все вокруг нас – матрица. Ну, это и так понятно, это старая тема, но, однако, за жизнь, вот мне 36 лет, я понял то, что мы – матрица, не матрица, мы можем в это не верить или верить, но мы, короче, батарейки, ты понял, Лена? И что с этим делать именно? Ну, батарейки мы и не батарейки. Блин, чувак, вот в чем дело. Смотри, как программа заложена. Мы должны все время аккумулировать, понял? Мы должны все время не находиться в равновесии, понимаешь? Мы не нужны, если мы в равновесии, если нас ничего не тревожит. Нас будет тревожить. Мы как червячок, лежащий на такой вот специальной подставочке, и ученый нас, так знаешь, аккуратненько, иголочка. То есть ты червячок, который должен дергаться, тебя заставят дергаться, понимаешь? То есть на всех ищут свои реагенты, свои управы. И вот если ты будешь дергаться от хорошего, понял, в чем смысл? Теперь понял? То есть, если, короче, ну представь, у тебя хорошее происходит, и ты именно умеешь ликовать. Да! Квартира! Блядь, я выиграл! Понимаешь? То есть, если ты умеешь радоваться именно, но главное самое уметь не печалиться. Понял? Потом все, ты проиграл, ну проиграл и проиграл. Знаешь, вот так вот надо, понял? То есть не вздумай, ты понимаешь, если ты только о плохом вот именно, у тебя, например, кто-то задел именно, зацепил, там, ударил, или на работе тебя начальник обругал, если ты на это реагируешь, ты обиделся, расстроился, то есть на тебя это воздействует, все, теперь всегда, всегда тебя будут обижать, ты понимаешь, в чем дело? А если ты, ну, тебя обидели, ты, ну, ладно, что-то такое, даже еще поржал там, типа, да херня, то есть ты не отдал энергию, понимаешь, ты должен был страдать, понимаешь, ну, ты должен был как-то отреагировать, а ты не реагируешь, тебя пиздят, а ты такой, чуваки, блин, жизнь моя, жизнь такая, ну, что, ну, пиздят, все, знаешь, как бы, но когда хорошее что-то происходит, понял, то есть тебе там, мне там клиент дает чаевые, понял, ты, о, спасибо, блин, это реально круто, знаешь. Вот, и ты сразу как бы, ну, сразу ты включаешься, понял? То есть мы батарейки, которые работаем только от эмоций. То есть эмоции есть, мы, энергия от нас идет вот во всемирную паутину, понимаешь, мы заряжаем. Поэтому на каждого из нас вот есть, существует программа, которая определяет именно, что нам дать для того, чтобы мы давали энергию, понял? Ты этим процессом можешь управлять, понял теперь ты, что делать? В общем, ты понял, на хорошее реагируй, радуйся, но не вздумай, знаешь, вот самое важное, они будут стараться так делать. Дать радостное, ты радуешься, радуешься, потом дали херовое, ты грустишь, понял, в чем дело? То есть, вот это второе нельзя, понял? То есть, тебе херак проблем, понял именно, а ты без всякого там именно, ну и пройдут. Там еще больше проблем, а пройдут. И они такие, так, все, на него проблемы не реагируют. А радости, ты так, моя ставка сработала, там, знаешь, ну, то есть, как бы, вот. А такой, а проиграл там на ставках, ну и что, я просто пришел посидеть именно, понял именно? Вот это вот именно так богатый делает. То есть, только о хорошем, то есть, только впечатление, только радости. Вот, ну, в общем, тему я тебе рассказал именно. Попробуй и реально удивишься, как все офигенно работает. Давай.